школы? Да. А тебе сколько лет-то? 16. Ты учишься? Нет, уже это бабуля еще. А ты за место бабушки вышел? Да. Бір күнде 130-150 жеткізіп теріяппіз. Жінде үй жайларымыз ұрзалығы сәбәпле жінде неме болып, саласы болмасам, ертеменде кесе, ондан әм яқшы тереміз. Құда қаласы, шарманда күме бір терімнан иғыштырып әріш, бір терім бұдан толдырып әріміз деген үміттеміз. Были случаи, когда просто людей, которые, выполнив норму, уходили, их избивали. И причем я точно знаю, что это была машина от штаба. В ней сидели такие большие дяденьки, которые били людей, то, что они ушли раньше. Ордам ячелдик. Маши фермерлер, яхшы одамлар экен. Мана пахталары, шароитлары яхшы, тери яппыз. Har kuni retvorlar bo'ladi ertalabda. Retvorlar davomida 100 kilodan oshgan talabalarni taqdirlash marosimlari bo'lyapti. Yaxshi dalaga tushib kelishyapti har kuni. Men ham 150-160 kilodan teryapman. Yana o'qituvchilarimiz bilan hamda ishlab chiqarish ta'lim ustalari hamda xodimlar bilan biz yordamga kelganmiz. Самое ужасное было то, что до 6 предполагался рабочий день. То есть мы вставали в 5 утра, в 6 была линейка. После линейки сразу выход на поле. И до 6 не позволялось, даже выполнив норму, уйти.